герметик. Все засох нормально, намертво прям. И размазывать ничего не надо. На улице надо, конечно, красиво делать. Вытирать его, как бы, чтобы вот так он был. Но здесь под минватой и так пойдет. Главное, чтобы не свистело. Все. Так вот. Потом минвату утеплять сейчас крышу. Так, фанерой, Миша, доделаем. И крышу, да? И утепление. И черновой пол под него. Мы уже становимся профессиональными строителями. Видите, как утепление стен идет. Только не знаем, как вот это делать еще сейчас. Что-то начали там. Да, Миха? Профессиональные строители. Таджика, строй. Все, в бане построим. Дом-то уже в легкую, бля, замутим. Уже сейчас знаем, вот как все делать. Здесь минвата стеновая. Герметиком прошлись все стыки. Все отлично. Вот так вот герметиком. Видите? Все нормально. Пена, герметиком. Все, останется только потолок подшить. И будет здесь танцпол. И вагоночкой. Все. Стройку. Так как здесь хорошо, под крышей. Сегодня по плану закрыть полностью вот эту крышу. Сейчас мы будем трудиться в поте лица. Пахать. Даже привезли уже немножко вагонки на пробу. Думаю, сегодня у нас закрыть эту крышу. Памс. Каким-то неведомым образом. Рассказывайте. О, супер бригада. Ух. 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 Работаем до двух. Работаем до двух. Скоро обед уже, наверное. Едим за четверых. Ну, смотрите, как быстренько. Михан, да? Стену уже начал я потихоньку, видите, вагоночкой обшивать. Кто, может, подскажет? На гвозди не получится, металлические. Здесь, наверное, шпаклевку, наверное, какую-нибудь купить, зашпаклевать саморезики, потом подшкурить. Ну, кто знает, сталкивался с этим делом. Ну, так все будет. Сейчас еще в четвертый слой. В четвертый слой будем делать. Поперек. Поплотнее. Это получается 35-я, кажется, да, Миша, была? А это полтинник плотность стеновой. И его также будем прижимать через пленочку. Ну, все, практически. Там немножко осталось, да? А, вон вот как сделали. Ну, все, осталось чуть-чуть. Вот такая будет теплая крыша у нас. Мансарда теплая. А где минвата вся? Раньше не хватило. Все, что ли? Да. Маленько, все, вот две пачки. Вот, день второй. Вот так вот. Вчера вот здесь закончили, видите, какую красоту. Сейчас будем делать вторую сторону также. Вот это вот. И потолок. Вчера времени не хватило никак. Все, понеслась душа. Михан, сегодня закончим? Да, закончим. Ну все, молодец. Почему закончим? Видим наверху елочку на второй этаж. Стены закончили, спрашивали все стены. В стенах идет, 250 миллиметров минваты. Вот такая вот комнатенка. И сверху будет уже 250. Здесь специально делают нитки, чтобы минвата в них не падала. Потом будем нижний ряд, направляющие. И потом только будем сверху закладывать. Здесь оставили специально лаз вот такой вот. И будем сверху укладывать уже. Такой вот вид у нас в окне.
все, слази, еду, надо мне. Проверяющий. Кто там выглядывает? Проверяющий, пришли меня проверять, как я тут на высотных работах, без страховки работаю. Крашу фронтоны вот на таких лесах. Ты прямой эфир, а ты прямой эфир опять? Ага. А, нормально все. Ага. Вот так вот. Арбайтом. Работаем механтом где-то крутим. Железяки какие-то. Что это какие-то профиля потом? Для утепления, было, да? Для утепления. А мы красим. Краска Nordica Eco. Это белая, там еще колерована. Nordica Eco. Так нас. Вроде укрываемость вообще замечательная. Кисточкой мажу. Кисточкой.